Наш класс познакомился задолго до того, как она стала нашим классным руководителем. Мой путь к преподаванию покажется кому-то извилистым, кому-то странным, а кому-то закономерным. Стать учителем я решила еще в 12 лет. Настойчиво шла к своей цели. Окончила Волгоградский государственный педагогический университет с красным дипломом. По специальности учитель английского и немецкого языков. Параллельно окончив Волгоградский государственный политехнический университет по специальности экономист. Несколько лет после окончания обоих вузов я даже работала по своему второму экономическому образованию. Да, мне потребовалось время для того, чтобы понять свое истинное предназначение – стать учителем. Возможно, я ломаю стереотипы, но став взрослее и опытнее, я поняла, что могу начать все сначала. Могу стать той, кем хотела быть тогда, в свои 12 лет. Я вас слушаю, Ирина. Алевтина Викторовна, я хочу стать мамой. Отлично! Классной мамой для 5 Б. Еще лучше! Какой же классный стать для них! Нет, так не пойдет. А если вот так? Ох, нет, это совсем не то. Ну, а может так? Как же быть? Как же стать для моих ребят самой классной, классной? Я поняла! Чтобы стать для моих ребят самой классной, классной, мне нужно научиться сочетать в себе качество строгого и справедливого воспитателя, талантливого и творческого организатора и чуткой, отзывчивой мамы. Строгая, артистичная, мудрая, активная, яркая, креативная, ласковая, аккуратная, справедливая, самоотверженная, необыкновенная, ангельская, ясное дело, самая классная! Что мы можем еще сказать про нашу классную? Только в ее классе учатся самые харизматичные, мужественные и стильные ученики. В своих учениках я воспитываю доброту, щедрость души, учу их дружить. Укрепляю их веру в свои силы и возможности. Воспитываю любовь к родине, своему городу. Я горжусь тем, что стала классным руководителем этого веселого, озорного, замечательного 5 Б. И я надеюсь, что я стала для ребят самой классной!